Всем привет! Карантин, сижу дома. А чем заниматься? Занимаюсь. Сейчас буду заниматься выпечкой. Буду печь яблоки в тесте. Я точно так и делал, только делал с ананасами, с кольцами ананасами. А в этот раз я сделаю с яблоками. Ну, чуть подешевле. Тесто, понятное дело, уже готовое тесто, корица, пудра, сахар и масло. Вот такие вкусняшки яблочные сейчас у меня будут выпекаться. Ребята, карантин, это просто капец. Гляньте, что я придумал. Вот такие треугольнички я уже делал не раз с капустой. Гляньте, какие классные получаются. А вот это, чтобы вы понимали, просто тесто закончилось. Это такой вареник с капустой. Я потом в разрезе вам покажу. Так, я забыл вспышку включить, ребята. Посыпаем все кунжутом и отправляем в духовку. Ребят, хорошо, что никуда выходить не нужно. Хоть поправлюсь за время карантина. Ой, ребята, что-то меня на зеленушку потянуло. На такую зеленую-зеленую зеленушку. Не, выглядит аппетитно. Я, конечно, это когда-то ел. Кажется, вкусное. Попробуем еще раз. Ребята, вот такие вот маски соседка шьет и дает в киоск продавать. Тут у нас киоск есть, и в киоск дает продавать. Говорит, продавец на ура разбирает эти масочки. По доллару она их продает. Я бы сказал бы, ну, молодец, девчонка. А я уже ее один раз одел. Ну, от неимения того, что у меня ничего нет, эта маска для меня вообще супер. Потому что в аптеках еще недолго. Еще не очень скоро будут маски. Так что я вам скажу, что одевайте масочку. Будете кушать пасочку. Ребята, дорисовываю свою картину Ван Гога. Я, конечно, бы такую картину не купил бы и никогда бы не рисовал, потому что мне Ван Гог не нравится, честно, вот не знаю. Но есть люди, видите, которым нравится Ван Гог. Эту картину я подарю. Но больше покупать и рисовать я его картины не буду. Еще немножко брусчатка мне осталось, и все. И буду начинать рисовать новую картину. Так, ребятки, вот так вот будет выглядеть картина уже нарисованная. Рисую на подарок. Человек любит творчество Ван Гога. Больше не буду никогда рисовать. Картина на подарок рисуется. Так что вот так вот. Я как-то не в восторге от его творчества. Ну, а кто-то любит. Ребята, закончил свою картину с Ван Гогом. Отдельно сделаю видео, потом загружу на YouTube. Я хочу вам сказать, что я уже просто не знаю. Я весь иссяк уже и не знаю, что снимать. Идей нету, дома сидишь, много видео не наснимаешь. Это жрачка, я уже превращаюсь в поросенка. Наверное, сделаю какую-то паузу с видео, повременю немножко. Ну, потому что не знаю, что идей нету, что снимать. Не знаю, буду вот рисовать картину новую, гляньте какая, как раз в тему. Картина, я назову ее «Я один гуляю по улице». Карантин, никого нету, гляньте, видите, кафешки все закрыты. Кафе закрыто, терраса тоже все, вон все стульчики поскладывали, никого нету. И я такой один гуляю на карантине. Картина, ребята, в тему. Все, всем спасибо, кто был со мной, всем. Всем хорошего настроения и не болейте. Пока-пока.